Здравствуйте! С вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о часах Seiko модель SRN-047P1. Корпус и браслет часов изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Застежка металлическая клипса с двумя ушками по бокам, которые открывают замок. Задняя крышка прозрачная, сквозь нее виден механизм часов. Вокруг окошка есть информация о модели. Циферблат темно-синего цвета, защищен особо прочным закаленным минеральным стеклом. Способ отображения времени аналоговый, то есть стрелками. Есть окошко с датой и шкала с днями недели. Механизм часов кварцевый, кинетический. Это значит, что часы заводятся автоматически при ношении на руке. Внутри находится аккумулятор и заряжаются часы от колебаний, производимых вашим запястьем. Точность хода плюс-минус 15 секунд в месяц. Класс водозащиты часов 10 атмосфер. С этими часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Диаметр корпуса 42 мм, толщина 12. Еще один момент про механизм часов. Он имеет функцию экономии заряда, экономичный режим. Если вы не носите часы в течение суток, они останавливаются, стрелки замирают, время при этом продолжает фиксироваться, и когда вы снова часы берете, одеваете на руку, либо просто произведете несколько движений часами, они снова выставят стрелки в точное время. Для установки даты и дня недели, а также времени используется коронка, расположенная по центру справа. Нужно отвести ее на один щелчок в сторону для того, чтобы установить день недели, поворачивая против часовой стрелки и поворачивая по часовой стрелке день, дату. Чтобы установить время, отводим коронку еще на щелчок в сторону и поворачиваем. После всех настроек возвращаем коронку на место, плотно прижав к корпусу. Также выше центральной коронки имеется кнопка. Это кнопка для индикации запаса хода. Как ей пользоваться? Мы нажимаем и наблюдаем, на какое расстояние стрелка пробежала с момента нажатия кнопки. Секундная. Если на 5 секунд, то это приблизительно на сутки запас хода остался. Если на 10 секунд на неделю, на 20 секунд запас хода остался на месяц. И на 30 секунд, на половину циферблата, значит, что запаса хода хватит еще на 6 месяцев. Сейчас попробуем, давайте дождемся для удобства, чтобы стрелка секундная у нас добежала до отметки 6 часов. Нажимаем и смотрим, куда она у нас пробежала. Вот, почти, ровно половина циферблата, значит, запас хода хватит на полгода приблизительно. В комплект с часами поставляется инструкция на нескольких языках, включая русский, здесь также подробно описано. Международная гарантия Seiko и российская гарантия с условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованные часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.